Всем привет, с вами Элена, канал «Замуж за Чеха». Сегодня я хочу с вами поделиться очень интересным открытием, которое, признаюсь, я лично встретила в Чехии за 16 лет жизни, первый раз у нас в Кладне. Что у меня на заднем плане, может быть, вы уже поняли, а теперь давайте посмотрим и вместе изучим, как это работает, потому что я это вижу первый раз. Ну что ж, я вас, как говорю, заинтриговала, тогда смотрите этот влог, а я начинаю, поехали. Здесь написано «Pradelna Revolution». Это на самом деле для меня это реально революция в свете стирки одежды. И не только. Значит, давайте изучать. Вот стоит здесь, кстати, раньше, мы сейчас находимся в магазине Теска, здесь находился киоск с свежим молоком. Такой автоматический киоск, где можно было купить и бутылочку, либо почти со своей, и обработанное от здоровых коров настоящее молоко. Но видно, особо не пользовалась популярностью, это убрали, и со временем появился, буквально вот пару раз я уже вижу этот автомат, пользуется, буквально я не успела снять, потому что, когда мы шли в магазин, здесь стиралось белье, уже постирано, видно, как оно немножко там и влажное. В общем, смысл в чем? Вы можете, у кого-то, я не знаю, не хотите стирать дома, либо здесь даже можно постирать до 18 килограмм за один раз. То есть понятно, что дома, ну сколько у нас, наши прачки могут, например, у нас на 7-8 килограмм, да, 10 килограмм. А здесь вы можете постирать 8 килограмм, постирать 18 килограмм и воспользоваться так называемой сушичкой, то есть это сушилка, тоже 18 килограмм. Цена написана внизу. 50 килограмм за сушичку. Вот эта прачка 18-килограммовая 300 крон стоит. Ну и 200 крон обойдется постирка 8 килограмм. Я уже так немножечко почитала. Стирка приблизительно длится 30-45 минут. Оплачивается все это. Вот здесь такой терминал. Можно и кассой, можно и наличкой. Кстати, здесь информация не только на чешском, но и на английском языке. Я смотрю, здесь, кстати, вот, Novi Avivash. То есть вы даже, новая функция, вы можете не только постирать, да, потому что здесь автоматически добавляется стиральный порошок. Написано, что качественный сертификат качества есть у этого стирального порошка, но и можно также поставить функцию дополнительную Avivash, то есть это ополаскиватель. Вы сюда это все закидываете, идете в магазин, идете по своим делам, и вам придет смс-ка, когда вам все это постирается. Как я сказала, максимально 45 минут. То есть вы бегаете, покупаете, а потом вам белье уже, грубо говоря, здесь и постиралось. Так, сколько сушится программа, я не знаю, но, в общем, здесь можно также себе и... Это, наверное, что, 15 минут, что ли, но чтобы она так быстро сушила. Ну, в общем, друзья мои, ой, здесь даже можно температуру, видите, ставить. 15 минут 50 крон. А, ну, 15 минут, все правильно. 15 минут будет сушиться 50 крон. Все, теперь я поняла. В общем, фантастика. Здесь написано, потому что у меня первая мысль, конечно, и у вас может возникнуть, кто тут может стирать, бездомные, кто угодно может постирать. Вообще, как с гигиеной? Здесь написано, что они каждый день чищены и дезинфицированы. Ну, не знаю, честно сказать. Может быть, какие-то рабочие там, если вы какой-нибудь на стройке работаете, может быть, можно сюда забросить, чтобы какие-то деликатные вещи, я не знаю, даже, ну, я не знаю, я бы лично такими вещами, наверное, бы, я бы лучше отдала в химчистку. Ну, понятно, туда вы... Белье обычное не отдаете, туда можно понять разные костюмы или постельное белье, в смысле одеяло и подушки. Ну, не знаю, люди этим пользуются. Кстати, вот сейчас мы ехали, я смотрела, там нормальное белье, просто не одеяло, например, а там были, стирались, и нижнее белье было, футболки. То есть люди этим пользуются. Я не знаю, если так посчитать, если это за 200 крон одна постирка, вы посчитайте, ну за сколько можно купить стиральную машинку? В руку за колик можем купить прачку, ориентачнее. 25 тысяч треба, не? Ми? 10 тысяч. За 10 тысяч крон вы можете купить стиральную машинку. 200 крон, у вас одна постирка. Я не знаю, если, как вы часто стираете белье, если это будет выгодно. В общем, не знаю, жду ваших комментариев. Напишите, если в ваших городах это есть, если вы этим пользуетесь. Если пользуетесь, то как это у вас работает, мне будет интересно, потому что для меня это, да, была революция в таком нововведении. Но люди пользуются, значит, это классно, это выгодно. Жду ваших комментариев. Не забывайте ставить лайки, делиться видео. Как всегда, подписывайтесь на мой канал «Замуж за Чеха». Всех люблю, обнимаю, целую. У меня уже все замерзло. У нас сегодня минус легкий, но очень холодно. Все, па-па-па.
Дорогу встать.